Приветствую всех, кто зашел посмотреть это видео. Сегодня мне попался магнитофон стерео. Ну, точнее, это остатки этого стерео магнитофона, но на этих остатках присутствуют самые дорогие радиодетали, которые принимают по весу. Сейчас я вам покажу, что это был за стерео магнитофон. Это был у нас стереомагнитофон Маяк, модель М240S1. Видим, ГОСТ выпускать начали с 87-го. Так, его цена составляла 425 рублей. Довольно дорогой был, с акустическими системами. Так, год выпуска 90-й, 10-й месяц, как видим. Но эта платка содержит очень хорошие радиодетали. Сейчас я ее же открутил. Сейчас вам покажу, что на ней присутствует. Ну, вы уже заметили. Сейчас высунем платку. И детально мы все взвешиваем, посмотрим, сколько по весу тут присутствует. Как бы блока питания, видим, тут с этой части ничего не присутствовало, так мне и попалось. Ну, меня порадовало, что мне попало. Опа, есть. Платку я демонтировал. Корпусом мы попрощаемся. Так, в сторону. Вот, у нас платка. Что удивляет, тут должны быть еще платки, но самыми дорогими, как говорится, зелеными КМ-ками платки присутствуют. Это меня очень удивило. Но еще удивило вот этот клубок, смотрите. Клубок с рыжиками, тоже с дорогими радиодеталями. Это КМ-ки рыжие. Это у нас самые дорогие вот на этих платках шумоподавители. Видим, тут три и там три. Это самыми дорогими. Сейчас мы сделаем тщательный обзор. Посмотрим. И еще присутствуют еще маленькие КМ-очки. Вон видим. Ну, довольно такой хорошо напичкан. Сейчас срежем. Так. Сейчас будем срезать и взвешивать, сколько тут у нас этих рыжих КМ. Так что будет у меня просьба. Кому нравится такая вообще тематика по радиодеталям и заработку, поддержите это видео лайком. Также у кого есть вопросы, можете задавать их под видео. Так, сколько у нас штучек вообще этих рыжиков? Посчитаем. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ровное число, 10 штук. Больше рыжиков я на этой платье не наблюдаю. Да, есть флажки, это уже очень дешевые с посеребрением. Так, ну что, включаем весы. Посмотрим, сколько тут грамм этих. Так, рыжих КМ, вот маркировка 6М, сейчас покажу вам. Видите, 6М, N22. Так, это будет у нас общая группа. Так, и они стоят вполне хорошо. Они идут по весу. Так, уже почти полграмма. Это получается 20 сотых одна выходит. Это 5, это 2 грамма должно быть у нас. Получается так. Обрезаем по корпус вывода, чтоб не были, их так и принимают. Да, вот 5 штучек уже грамм, так что тут 2 грамма свободно рыжиков общей группы, и это очень меня радует. Очень редко попадаются маяки, чтобы у них вот эти платы были еще с КМ-ками, чаще всего только вот с этими, короче, шумоподавителями, и то бывают уже последние модели, там уже их и нету. Но это очень редко, мне часто попадается именно с КМ-ками. Ну, сейчас покажу. Вот, видим. Ровно 2 грамма и 9 сотых. Очень отличный вес. Так, это у нас будет общая группа. Ее в сторону. Сюда. И у нас еще на платье присутствуют, сейчас покажу, вот такие зеленые КМ, но самые дорогие из группы это вот эти. Сейчас мы к ним
попозже вернемся. А я ей покажу вот такие вот есть кремочки. Ихнюю маркировочку сейчас покажу. Видим 3М. Это группа у нас, видим. У них пайка идет с одной стороны выводов. Это самая дешевая группа, короче, у нас идет. У нас их тут, сейчас посчитаем, сколько штучек. Это получается, ну, сейчас объясню, короче. Сейчас считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пока мне только 6 насчитал. Походу их только 6 и есть тут. Ну, сейчас вешаем, посмотрим, сколько это по весу. Так. Есть. Первое. Практически так же по весу почти идут, но они легче идут, чем рыжики. Но думаю, грамм тут будет по-любому. Так, я так думаю. Должен быть грамм по-любому тут. Так, обрезаю. Вот это хорошая сегодня находочка у меня. Маяки все реже и реже попадаются. Ну, ничего. Но все равно кто-то их выкидывает. Так. Грамм. Вполне отлично. Почти грамм. Видите, весы назад чуть вернулись. Ну, это железный грамм, можно сказать. Так, их в сторону. Ну, на платье еще есть драгоценные радиодетали. Не забываем. Мы сейчас самые дорогие, можно сказать, и весовых снимаем. Перейдем к другим еще. А сейчас вот покажу самые дорогие из весовых керамических конденсаторов. КМ-ки зеленые. Так. Так, так. Первая плата пошла. Вот самые дорогие у нас КМ-ки. Это группа 5В. Они всегда считают в маяках только 5В идет. Вот смотрите. Видим 5В. Так, вот это переворачиваем. Так, тут лак чуть сошла краска, но это не страшно. Видим 5В. И третий, это у нас керамический конденсатор с посеребренкой, но это самый дешевый, короче. Так, смотрим эту маркировку. И тоже 5В, они все всегда 5В. Но бывало попадалось мне, что бывает, вот вместо этих флажков все зеленые идут. Но это очень редко попадается, но есть такое. Так что, сейчас будем взвешивать. Так, веса включил. Так что, кому не сложно, поддержите этот выпуск лайком. Мне очень будет приятно. А вам не сложно, нажать эту кнопочку. Да, и кто не подписан на мой канал, можете подписаться. Так. Уже грамм и 24 сотых. Это только 3. Ну, можно сказать, железно 3 грамма. Самой дорогой группы будет по-любому. Видим, уже только 3. А у нас еще одна такая платка. Сейчас мы ее снимем. Снял. И тут то же самое. Смотрите. Сейчас вам приближу, чтобы вам было лучше видно. 5В. И все 3 штуки тоже это идут 5В. Так что срезаем, извешиваем. Так, отлично. Да, думаю, будет ровно 3. Ну, сейчас что веса по нам покажут. Ничего себе, ровно 3,02. Зачет. Так, это все, что было у нас дорогих. Все, весы нам не понадобятся. Это в сторону. На этих платках больше ничего ценного, кроме флажков. Я их собираю, потом отдельно срезаю.
Так. Что у нас еще на этой платке есть? Сейчас вам покажу. Смотрите внимательно. Ну, может, уже все знают, кто смотрит мои выпуски. Ну, будем показывать, что тут есть. Видим. Срезал я такой транзистор. Маркировка 7VA4. Вот так делаем надломчик. И что видим? Он с позолотой. И он приемный. И стоит где-то 12 центов. Ну, уже на свою валюту переведете. Так, еще второй тут есть такой с отверстием. Такой же самый. Сейчас вот. Такой же самый транзистор. Сейчас надрежем. Как говорится, надломим. Опа. Есть. И у нас еще тут есть полубочонки. И также есть микросхемы. Сейчас покажу. Вот полубочонки у нас есть. Три штуки тут. Две вот тут еще. Так, вполне отличный стереомагнитофон. Он всегда меня радовал. Ну, этот вообще порадовал, что у него было присутствовали рыжики. Очень редко попадаются только зеленые. А тут еще и рыжики были. Вообще классно. Так, это простые конденсаторы ленточные. Они неприемные, чтобы вы не путали и лишних вопросов не задавали. Так. Также мы видим подтверждение, что он 90-го года. Смотрим транзистор. Он, конечно, неприемный, но есть такие приемные. Это 90-го года, видим он. 90-й, 06-й месяц. Так, видим, у нас присутствуют тут микросхемки есть. Сейчас покажу вам. Так, переверну. А тут у нас уже загадка пошла. Большая, смотрите. Сейчас будем смотреть, в чем прикол. Микросхема 92 года. Это у нас К1579L1A. С явной позолотой, как видите. Видите, да? Так что вот так. Сейчас будем смотреть. Другие микросхемы идут у нас 90-го. Смотрите. 90-го года. Тут какая-то загвоздка. Сейчас посмотрим другие радиодетали, какого они года. Так, микросхема тут еще есть. В чем прикол, конечно, не знаю. А, все, я понял. Может, скорее всего, его ремонтировали и заменяли микросхему. Такое тоже может быть. Вот видим. Микросхема 90-го года. Вот. Тут тоже 90-го года микросхема. Видим, да? Ну, так вполне меня порадовал этот стереомагнитофон. Вот тут еще одна микросхема. Но тут, видим, год выпуска не виден. Так что вот так. Вот такие у нас, получается, самые дорогие радиодетали из весовых. Принимаются по граммам. Так что, кому понравилось, можете поддержать этот выпуск лайком. Кто не подписан, подписывайтесь. И всем пока, до следующего выпуска.